Здравствуйте! Я записываю это видео специально для канала «Все о стиральных машинках». Когда перед нашей семьей ставим выбор, какую стиральную машинку мы купим, мы посмотрели весь ассортимент и выбрали именно вот эту стиральную машинку Samsung. Хочу сказать сразу, что она мне понравилась из-за следующих характеристик. Она очень достаточно узкая, вместительная, рассчитана на 6 кг, что в принципе идеально подходит нашей семье. Она очень тихо стирает. Мне очень понравились ее функции и ее дизайн. Это вот такой вот датчик, который крутится на определенный режим. И внутри тоже мне очень понравилось, что она очень симпатичненько выглядит. Поэтому мы выбрали именно ее. Что касается характеристик более подробно, то здесь есть экономичная стирка Эко-Бабл. Эта стирка занимает около 2 часов, медленно расходует вашу воду, энергию. И также, когда вы стираете, ваш порошок превращается в большие пузырьки и очень красиво смотрится с виду. Машинку мы почти не слышим, пользуемся чаще всего режимом хлопок и синтетика. И, в принципе, машинка идеально вышивает вещи, так как у ней стоит максимально 1200 оборотов. Это просто вещи очень сухие и очень быстро сохнут, поэтому очень нравится эта функция с такими большими оборотами. Чаще всего я пользуюсь 40 градусами, даже белые вещи отлично отстирывают при 40 градусах, до 60 даже не дохожу. Можете также мне постирать свою верхнюю одежду, можете также воспользоваться быстрой стиркой, но чаще всего пользуюсь я, как уже сказала, синтетикой хлорком. Вот, поэтому, что касается машинки, очень довольна именно своим выбором, ее функционалом, экономичностью. Вот она, кстати, расходует тоже очень мало. И стирка всегда будет не экономичная. Также вы можете здесь как жидкие моющие средства использовать, так и порошки, капсулы. Машинка поддерживает абсолютно все варианты вашей стирки. Вот. Также понравилась цена, то есть машинка достаточно недорогая для своей ценовой категории в рамках всей линейки Samsung, поэтому мы решили выбрать именно ее. Вот. Поэтому что хотела сказать, что все наши видео мы снимаем именно для канала «Все о стиральных машинках». Вы можете зайти туда, познакомиться, посмотреть все более подробно. Данную также машинку, описание есть к ней, ссылочки ниже. Поэтому все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что думаете и делитесь своим мнением. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!